23 по 27 августа в курортном городе Ейске на берегу Азовского побережья впервые пройдет открытый шахматный фестиваль «Ейский дебют». Сражения по блицу, быстрым шахматам, мастер-класс по сеансу одновременной игры от международного гроссмейстера, чемпиона России и мира среди юниоров Александра Галкина сделают фестиваль поистине незабываемым. Комфортный пансионат «Приазовье» разместит всех желающих, а уютный конференц-зал примет всех участников фестиваля. Лето, теплое море, ласковое и не обжигающее солнце, уютные пляжи, набережные, парки, дельфинарий, аквапарк, океанариум и, конечно же, шахматный фестиваль. Лучшее закрытие бархатного сезона 2019. Мы приглашаем всех желающих разделить этот праздник вместе с нами. До встречи в Ейске!